30 июля – день памяти великомученицы Марины, именно ее именем назван храм в поселке Битца, выдался теплым и в меру дождливым. На великое освящение храма прибыл архиепископ Можайский Григорий. Чудо, чудо. Маленькое, в принципе, это благочиние. Половина отошла еще к городу Москве недавно, и часть храмов туда. И тут чуть не каждую неделю новые храмы освящают. А храм на века, и люди будут вспоминать. И писать об этом будут, и в житие войдет. И, ну как говорят, в историю храма. Божественную литургию в новом храме, как уже говорилось выше, совершил архиепископ Можайский Григорий. Его преосвященство сослужили благочинные церковных округов Московской епархии и духовенство Видновского благочиния. Храм в поселке Битца Видновского благочиния носит имя великомученицы Марины Антиохийской, одной из многочисленных жертв гонений на христиан в Римской империи. Она считается раннехристианской святой. Это ангел-хранитель мой. Я думаю, что в нашем благочинии открылся еще один храм для прихожан. Это очень большое событие для всех православных верующих. Таких храмов в России практически нет, Марины. И очень радостно, что такая обитель, еще одна святая, появилась у нас на нашей территории. Дочку зовут Марина, и мы решили всей семьей приехать с внуками в этот храм. Помолиться Святой Марине, чтобы она помолилась не только за нашу семью, а за весь, за всю Россию. Большая радость. Вы представляете, такой храм красивый. Мы здесь благодать. Уже, представляете, особенно сейчас Григорий приехал. И будет такая благодать и красота. Мы очень рады, все жители довольны, что здесь построен храм. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, здесь на месте нового храма в 2013 году был установлен поклонный крест. И уже в 2014 в храме была совершена первая божественная литургия. Приятно было замечено и владыкой, архиепископом Можайским Григорием, о том, что Видновская земля буквально является таким первостроительным по храмам. Конечно, за всех поздравляю с таким замечательным праздником. Все-таки новое святое место во благо одного, во благо добра и жизни на земле. Храм Великомученицы Марины в поселке Битца Видновского благочиния возведен по инициативе местных жителей и при их финансовом участии. Людмила Медведева, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.